Люблю ввечері за келихом коньяку згадати всі подвиги, які роблю щодня. Моє життя – це боротьба. Коньяк Аджарі – моя винагорода. Ой, очнулись. Здрасте. Здрасте. Башка болит, елки-палки. Вчера перепраздновал, что ли? А вы кто? Я, ну вот, начинающий лыжник. А вы? А я профессиональный, похоже, когда трезвый. А когда пьяный, еще и экстремальный. Вот повезло! Встретил настоящего профессионального лыжника! Здорово! Тихо, ты не ори только, у меня и так башка болит. А, понял, понял. Ну, раз уж вы здесь, может, поможете новичку? Как я тебе помогу тут? Только с лесенки, если толкнуть. Да нет, меня больше теория интересует. Вот, например, скажите, подъемник лучше брать на один день или сразу на неделю? Тебе лучше поразово. Ну, так же дороже. Так зато деньги на больничку останутся. Сюда тебе точно абонемент нужен. Понятно. А вот на каких трассах лучше начинать? На красных или на синих? Тебе без разницы. После тебя любая трасса желтой станет. А безопаснее как? На двух лыжах или двумя ногами на одной, но широкой? Это называется сноуборд, балбес. Тебе безопаснее домой надо ехать. Сестричка! Медсестричка! Слушайте, а можно убрать от меня этого экстремала? А то у меня от него башка разболелась еще больше. Можно, но некуда. Все переполнено вот такими вот, как вы. Сезон в разгаре. Скажите, а я еще успею покататься? Да, где-то через месяца два. А побыстрее нельзя? А то у меня путевка только на неделю. А вы что, в первый день катались на лыжах и сломали обе руки? Если бы на лыжах. Представляете, я... просто выходил из поезда. А там ступенька скользкая, но я и две руки сломал. Ну не переживайте, вылечим вас. А у вас что, без шлема катались? Нет, я просто в поезд садился. И тут какая-то толстая скотина подскользнулся и прямо с сумкой мне по башке, как... Я в сознании только сейчас при... Сволочь жирная. Так, успокоились! Вам нельзя нервничать. А что у вас было в сумке такое тяжелое? Шлем. Зашибись, блин. Значит, кому рассказать, не поверит. Обычно шлем в таких случаях помогает, а у меня наоборот. Можно потише, а? Люди поспать пытаются. А с вами что? Со мной? Да вот. Решил перейти, слышно, сноуборд. Прям во время спуска? Да нет, я сначала на лыжах, а потом на сноуборде. Вы знаете, надо было взять инструктора. Так я взял. Вот он. Сука! Сука! Подожди, тебя же вроде по-другому звали. Валера вроде. Фука! Ну, фука так фука, успокойся. Это вы на него во время спуска налетели? А нет, во время подъема. Это как? Да мы ехали с ним на одной этой качельке. Я говорю, давай поменяемся местами, неудобно. А он это... пока перелазил, что-то дернулся этот подъемник, и он вниз как сиганул, а я сверху. Фука! Да поняли, поняли. Фука. Хорошее имя. Очень приятно, Фука. А я Вика. Какое у вас интересное имя, Фука. А я Женя Козлов из Козятина. Козлятина из Козятина. А вы в рубашке родились. Упасть с такой высоты и сломать только руку. А, не, это я еще на лыжах сломал. Ага.
Я, ну, думал, на сноуборде безопаснее будет. Ну, хотя так и получилось. Я больше ничего не сломал, ну, кроме сноуборда. Фука! Ну, еще фуки. Фука! Да поняли, фука. Поняли, фука. Фука, это румын ты, что ли? Фука! Нет, это у него все зубы выбиты. Просто вы локтем ему в рот попали. А, я еще думал, что так чешется. А страховочка есть у кого-то, мальчик? У меня есть, да. Я прям специально к лыжам сделал, да. К сожалению, лыжная распространяется только на травмы, полученные в результате катания. А у вас травма, нанесенная в обычной жизни. Так что извините. Ну все, толстый, ты отсюда вообще живым не уйдешь. Так успокойтесь. А у вас? А у меня обычная козятинская страховка. Ой, к сожалению, у вашей козятинской страховой нет договора с нашей некозятинской клиникой. Один-один. У меня VIP страховка. Но только она покрывает ущерб, нанесенный третьим лицам. Так что, получается, повезло тебе, фука? Фука! Принимайте еще одна пострадавшая. Представляете, лизнула на подъемнике, вот. Но три круга проехала, только на четвертом заметили. Всем привет! Я лыжница-экстремалка. Я всегда катаюсь только по темным трассам. Сейчас даже по 11 прокатилась. Это же вообще-то асфальтированная дорога к парковке. Да? А я задумалась, что это тупим косо. А, так это из-за нее подъемник остановился. Фука, это все из-за нее. Фука! Ой, а... Кто может мне палку кинуть? Да господи, о чем вы думаете? Девушка, идите в буфет, и там вам горяченького глинтвейна прямо на язык и на... Ага, спасибо. Не за что. Да что ж за день сегодня, а? Здорово! Понимаете? Ты, фука, еще везучий. Ого! А вы рентген делали? А нахрена? Тут и так все понятно. Ага. Похоже, кто-то фразу «кинуть палку» понял буквально. Скажите, девушка, это у меня страховой случай? Ну, страховой не страховой, но незабываемый, это точно. Слушай, толстый, скажи, а ты когда в поезд залазил, у тебя только сумка была? Нет, у меня еще лыжи и палки. То есть мне это еще повезло. Давайте вашу страховую карточку. А, она у меня в заднем кармане там, гляньте. Ага. А, мужчина, вы знаете, тут такое дело. Что там? Или вы ее потеряли, или мы ее уже никогда не увидим. Как не увидим? Вы там внимательно гляньте. Да спокойно, спокойно, выпала она. А. Надо думать, где страховку хранишь. Ну уж. Так да. А где же это вас так угораздило? На 6-й трассе. А, да, это опасная трасса. Мы на ней с Фукой в первый раз упали, да? Да нет, это все этот коронавирус долбанный. Я подошел в очередь за глинтвейном и случайно чихнул. Ну и там такое началось. О. Скажите, а операция сложная будет? Да какая операция? Достанут палку с зеленкой, мазнут и отправят вас домой. О, отлично. Скажите, а вы что, без шлема катались? Не хватало мне туда еще шлем. Так без шлема нельзя. Можно сотрясение получить. А со шлемом, то есть, нельзя. Скажите, а вам не больно? Да нет. Я-то привык. Я ж гаишником работаю. У нас еще не такое бывало. Вы не беспокойтесь, у вас точно страховой случай. Страховая все оплатит, но отлично. Они требуют фото. А, так фоткать, фоткать. Да? Пожалуйста. Мужик, я бы не соглашался. Вдруг в соцсети попадет, ты потом не отбрешешься. Да ладно, вон у меня на Ютубе уже 2 миллиона просмотров. Я эту поездку в Буковель уже давно отбил. Еще один. Здравствуйте. Вы лыжник? Я сноубордист? Стрёмный? Сутенёр.
Стул жидкий. Сиськи показать? Где там сиськи? Я студент. А, то есть вы просто что-то увидели, испугались, да? Кабан, волк, медведь. Увидел цены на подъемник. Это ты еще глинтвейн не покупал. О. Вы не волнуйтесь. Сейчас мы вам уколем успокоительное, и все будет хорошо. У вас страховочка есть? Не-не-не-не-не-не-не. Тогда вот цены на услуги нашей клиники. О, нормально. На анестезии сэкономил. Секундочку. Что ж такое, не работает? А что это такое? Нашатырный спирт. Странно. Я запахов не чувствую. Шухер! Он запахов не чувствует, валим! А то карантин начнется на 14 дней! Ходячие, ходячие, меня заберите! Ходячие, меня заберите! Дизель-шоу. О таком новогоднем дежурстве мечтал целый год. Люди по домам, в больнице тишина. Так что нам даже можно выпить по чуть-чуть? О, что значит можно? Такое ощущение, что нам когда-то было нельзя. А если кому-то понадобится помощь, нам позвонят, увидят, что мы пьяные, жалобу напишут. Слушай, ну это ж будут онлайн-звонки, чего бояться? Скажем, что связь плохая. И вообще с нашей зарплатой это мы должны постоянно жалобы писать. Ну что, давай. Так, пусть в следующем году все будут здоровы. Здрасте, приехали. Ты что, хочешь выпить за нашу безработицу, что ли? Нет, давай лучше выпьем за то, чтобы эта ночь получилась незабываемой. Да. Давай. Ура! Получилось! Победа! У новогоднюю ночь происходят чудеса! Доброй ночи! А вы кто? Я хакер. Я смогла компьютер включить и в больницу дозвониться. Женщина, если вам хорошо, тогда давайте будем отключаться, а то вдруг действительно кому-то понадобится помощь. Какой отключаться? Я подключалась я 3 дня. Бабушка, вас что-то беспокоит? Вот когда начала вам звонить, то болела спина. А к моменту, как дозвонилась, через 3 дня, уже перестала. А, вот и хорошо, с выздоровлением вас, до свидания. Стой! Мне надо давление померить, сможете? Нет, дистанционно это сделать невозможно. Хорошо, я тогда к вам сейчас приеду. А, стойте, стойте, можем. Нам министерство выделило такой супераппарат для проверки давления, так что положите руку на клавиатуру. Куда? На регистратуру? На компьютер руку положи. А, на компьютер могу. Вот, ну и у вас... О, положила. О, отлично. Бабушка, у вас 120 на 80, как у космонавта. Чудеса. Главное, быстро и удобно. И такого давления у меня никогда не было. Всегда 180 на 100. А. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Фух, ну это ты круто придумал. Ну слушай, иначе она реально к нам приехала. Ну что? С наступающим. С наступающим. Ты такая прекрасная. Такая замечательная. Ты так... Сынок! Ваш аппарат! Я своим перемерила 180 на 100. Бабушка, это ваш неправильно работает. У нас американский, 100% точность. А тогда можно я... Свой вам сейчас привезу, и вы его почините. А, ой, нет, у нас карантин, это очень опасно, так что до свидания. Фух. Слушай, может ее заблокировать? Ай, да ладно, вроде испугалась, может спать легла уже. Ладно, все, теперь можем, наконец-то, я уже надеюсь, спокойно выпить. Надеюсь. Давай. Знаешь... Доктор, помогите. Что у вас?
компот. А, последнюю колбаску хотели со стола взять, да? Да нет, это я за стол сел до 11. Это вас жена так наказала? Да не, ну что вы, теща. Жена? Вот, это я до 12 выпить хотел. А почему вы шепчете? Потому что они где-то рядом ходят. Слушайте, мы вам вряд ли поможем. Звоните в полицию. Нет, я в полицию не смогу. У меня руки болят. А нас вы как набрали? Ну... Показать чем? А, вы ногой шампуром нас набрали? Не-не-не, это я случайно наступил. Сам. Сам. Саша, с кем ты там разговариваешь? Извините, доктор. До свидания. Мы же адрес не успели спросить. Ну, а чем бы мы ему помогли? Сейчас скорые только за ковидными выезжают. Так, все, ладно, все, давай за нас. Да. Вот чтобы у нас такого точно не было. Давай, сплюнь. Привет. Я за вами соскучилась. А что на этот раз? Опять давление, бабушка? Нет. А что вот если в горле вот так делается... Глаз вот так вот задергается и вот так вот есть. Может, у нее новая мутация коронавируса? Нет, это больше на приступ астмы похоже. Так, бабушка, смотрите на меня. Как вы себя чувствуете? Я себя нормально чувствую. А Мурзику, походу, торба. Кошки что, тоже этим болеют? Я... Нет, это он, гад, шерсти своей наглотался, ну и теперь... Вы можете ему давление померить? Мурзик, а ну положи лапу на компьютер. Иди сюда. Фу. Спасибо Мурзику, а то эта бабка нам вообще покоя не даст. Но ее тоже можно понять. Ей, может быть, в эту ночь так же одиноко, как и мне. Ну, послушай, ну это можно исправить, ну правда. Ну. Послушайте! Пососите, пожалуйста! Что пососите? Доктор, он говорит, помогите. У меня пиза! Что у вас? Пиза! Беда у него, беда. Понятно, ответили перед этим, да? Нет, я дебил! Вот видите, человек признает свои недостатки. Я не пил. Ну да, в Новый год это, в принципе, одно и то же. Ладно, разобрались, все нормально. С наступающим. Ой, я боюсь, что с этим карантином несчастных случаев станет в два раза больше. Давай уже выпьем, все. Ну, это прям невозможно. О, это, походу, международный звонок. Do you speak English? Не, я наш. Вы меня слышите? Да, да, слышим. Что у вас случилось? Я стрелял салют. На упаковке было написано 15 выстрелов, а произошло только 13. И я решил посмотреть, где еще два. Ага. А вам больно? У вас ожог? Вам нужно выслать бригаду? А, не, нормально, ерунда. Я просто не вижу ничего. Набрал первый попавшийся номер. Вы могли бы позвонить в магазин и сказать им, либо пусть они деньги вернут за салют, либо пришлют еще одну хлопушку. Новый год уже. Выздоравливайте. Выздоравливайте. А, спасибо. Ага.
Да что ж за ночь сегодня такая, а? Не, ну правда. Вот в прошлом году в это время я уже, ну, уже еле разговаривал. После этого еще, правда, 3 операции сделал. Так, давай уже. Давай, давай. Ой. Это еще. Может, кто-то хочет, чтобы мы онлайн-укол сделали прям вот в ягодице? Куда я очки положила? А-а-а. Ай, вот они. Мы слушаем вас. Это опять вы? Ну что, на этот раз вас беспокоит? В ушах стреляет. У кота? Нет, у меня. Вот так. Бах, 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 бах. Бабушка, посмотрите в окно, вот что вы там видите? Яркие вспышки. Точно, бабушка, это салют. Салют на улице стреляют. С Новым годом. Эй, я поняла. А с ушами что делать? А ничего, через 10 минут пройдет. А вы приехать можете? Зачем? Салют посмотреть? Вот бездельники, вам бы лишь бы ничего не делать. За что вам только плачут? Бабушка, и вас с наступающим, спасибо. Ой, каким наступающим, все уже наступившим. Вот с этим дежурством Новый год пропустили. Да, как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так, стоп, я так не хочу провести Новый год. Слушай, а может нам просто не чокаться, а? Может, тогда никто звонить не будет? Ох, ничего себе. Работает. Работает. А работает. Как тогда? Ну, вообще как-то глупо так сидеть на Новый год. Может... Ну, снова здорово. Не могу уснуть. Может, вы мне еще раз давление померяете? Или барсику? Легкие там послушайте. Вы такие хорошие. И я готова с вами весь год провести. Бабушка, так дай вам, приедем мы к вам прямо сейчас. Накрывайте на стол. Ой, ой, так у меня ничего нету. Да ладно, не знаю, бульон какой-то приготовьте, да и все, мы едем, бабушка. Выезжаем. Ну ладно. Дизель-шоу. Вас на теплі. Весняні. Веселі. Надихаючі. Березневі. Яскраві. Сімейні. Патріотичні концерти «Дизель-шоу» на підтримку ЗСУ. 3 дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу України. Зустрінемо весну разом! Идем, идем, аккуратно, тихонько, ступеньки, ступеньки, аккуратно, молодец, молодец. Так, что тут, а, так, номерочек, так, 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 ага, есть. Ого, ага. 145-е? Ну. Ничего себе очередь, такое впечатление, что на карантине людям, кроме этого, больше нечем было заниматься. Ну так, а чем еще заниматься-то? Они ж взяли, на карантин всех в марте усадили, потом отопление рано выключили. Греться-то как-то надо было. Девушка, а вы давно ждете? 9 месяцев. О, ничего себе, вы сразу после зачатия, что ли, очередь занимали? Не, девушка, я не про ребенка, я про очередь здесь. 2 недели. Но я уже 47-я в очереди. Так что попытаюсь родить хотя бы на 10-м месяце. Поехали дома родишь, а? Если что, я роды приму, у меня опыт есть. Саша, я не кошка. Да какая разница? Там что, главное пуповину вовремя отгрызть и все это антисептиком протереть. Я тебе сейчас горло перегрызу и все, понял? Да, ну что ты начинаешь? Вообще я тебе советую, ты малого придержи там немножко, чтоб родила ровно на Новый год. Так мы ему на 2 праздника 1 подарок дарить можем. Сашенька, ты именно со мной такое и проделываешь. Хотя у меня день рождения в апреле. Чего они там так долго? Они что там, рожают, что ли? А, ну да. Пойду гляну, что они там делают. Куда?
я тебе пойду гляну. Родить, Сашенька, это намного тяжелее, чем зачать. Тут больше 3 минут надо. Да ладно, зато как я метко с первого раза. Давай, осторожненько. Вот это вот, все. Егор, ну ты же мне пообещал, что рожать я буду в Майами. Яна, ну какие Майами? Тут в Молдову даже нельзя. Давай. Ну поехали тогда в другой роддом. Ну, какой роддом? Ты что, не слышала, какая ситуация в стране? Все переполненные. Давай, поехали. Хотя бы в частную. Ну какой? Частные тоже все переполненные. Все же разобрали прокуроры, депутаты. Ну давай, давай. В смысле? Давай. Ну, у них тоже рождаются дети. Ну, пойдем. Давай, иди. Это хорошо, что у тебя схватки начались в пятницу. В выходные тут вообще закрыто. Все? Все, аптеки и супермаркеты работают. Погнали в супермаркете рожать. В виноводочном отделе сразу обмоем. Саш! А, вы, мужчина, присаживайтесь. У вас тоже пузо нормальное, я понимаю. Ты дурак, что ли? Егор, ну сделай хоть что-нибудь. Ну что я тебе сделаю? Ну, хочешь, я переименую этот роддом в Майами? Будешь рожать в Майами. Хорошо. Вот, только да. Пообещай мне, что наш ребенок никогда не узнает, что он родился здесь. Я тебе обещаю, в свидетельстве о рождении у него будет стоять лучшее место в Украине. Печерский суд. Точно. От! У нас правительство. От же шо же, а? И не говори. Вначале всех, значит, усадили, чтоб все дома детей зачинали. Угу. Потом роддома позакрывали, чтоб все дома рожали. И не говори. Удаленка у всех. Учатся по удаленке, работают по удаленке. Я говорю, заткнись и не говори, ты мешаешь. О. Мне срочно нужен врач. Мужик, ты куда? Вы неужели не видите? Ты что, у тебя схватки, что ли? Хуже. Вздутие. Так иди вздувайся куда-то в другое место. Так нигде не принимают. И я думаю, что если я сейчас не разражусь, я могу лопнуть. Иди, давай, дуй в Феофанию. Там как раз место есть свободное. Пароль, мы все президенты. Давай. Вот не завидую я тому, кто у него роды будет принимать. Ой, Егор, кажется, начинается. Так, мужик, пропусти без очереди, я тебе на памперсы дам. Я уже памперсами не пользуюсь. Это не тебе, это ребенку твоему. А у меня еще нет ребенка. Это у нее он. Вот ей и передай, да. Окей, хорошо. Давай. Саш, ты что, вообще вот. Обалдел, Саша? Да какая тебе разница, 145-я ты или 146-я? 145-я? Так, блин, вот. У меня такими темпами денег не хватит. Я с такими темпами в очереди рожу. Слушай, поехали домой, а? А потом приедем, по скорой родишь. Саша, я хочу хотя бы одного ребенка родить в киевском роддоме. А что, до этого рожали за границей? Да, за границей. За границей реальности. В лифте и в такси. А у вас, кстати, кто будет? Мальчик. А у вас? У нас бубновый валет. Чего? Ну, мы просто во время карантина на УЗИ не попали. Мы к гадалке пошли. Валет. Здрасте. Здрасте. Кто крайний? Не, если вы по поводу этого беспредела в стране, то там крайних не найдешь. Не-не, я по поводу очереди. А, вообще мы. Да. А это что, обе ваши? Обе. У тебя что, это, двухстволка? Или одну просто рикошетом зацепило? Да там такая история, нас же весной на карантин закрыли, и мы месяц просидели. А чем там еще заниматься? Так, кто из них, извините, ваша жена? Ты что? Если жена узнает, она меня вообще убьет. А? Да. Слушай, это прикольно. Если каждая из них по двое не родит, это можно материнский капитал в банк положить. И, блин, до конца жизни на проценты жить. Вика. Саш, ну... Слушайте,
такая очередь здесь. А поехали, девочки, в караоке. А чё, там сейчас тихо, шумоизоляция, чисто. Наверняка какой-нибудь доктор найдется. Пошли, пошли. А то здесь много народу. Куда? Может, мы тоже поедем в караоке рожать? А чё, родишь под... Белые розы, белые розы. Саша, если ты не заткнешься, будешь рожать под Поляковую Дидю. Ой, нигде не принимают даже ваши виды Феофании. Мужик, я тебе сказал, сюда тебя тоже не пропустят. Да я не к вам. Я вот, мне талончиков оторвать надо. А то у них даже в туалете туалетной бумаги нет. Егор, ты слышал? Что? Ты слышал, что здесь вообще происходит? Нет, все, полетели давай в Дубай. Я даже готова на борту самолета родить. Так какие Дубаи? Ты что, мы максимум в Одессу можем полететь. Хорошо, полетели только на Люфтганзе. Летай только МАО. А вот это, конечно, стрёмно. Да, родить можно еще на взлете, так что посиди. Егор, пообещай, что когда малыш родится, то праздновать его рождение будем в ресторане. И не могу я тебе такого обещать. Скорее всего, прямо в роддоме накроем. Вот, да, недавно у кума Кристины были. Прямо в церкви накрыли, было очень удобно. О, пойду очередь куда? Занимать. Куда? Ну, очередь на Кристины. Я тебе сейчас на отпевание займу. Доктор, куда вы меня везете? Что значит куда? Выписываем мы вас. Поздравляю с рождением мальчика. Как выписываете? Ну, а как? Ребеночек абсолютно здоров, а мне вас все равно положить некуда. Ну, у меня же двойня! Ну да, придете через неделю, родите второго. Вот. Вот здесь, кстати, можете сразу и талончик на второго взять. Так, кто следующий? Доктор, а можно мы без очереди? Плачу $1000. Слушайте, я думаю, при всем желании, ну, ничего не смогу я сделать. Ну, столько народу. Максимум, что могу сделать, так это, ну, не знаю, схватки попридержать. Вот. Хотя нет, завтра народу еще больше будет. 9 месяцев назад в этот же день метро остановили. Егор! Что? Кажется, началось! $5000! Ого! Если честно, я немного по-другому себе представлял поддержку отечественной медицины. Ну, хорошо. Доктор! Что? Второй пошел! Ага, все, значит, сейчас она, потом вы. Талончик. Есть талончик, хорошо, отлично. 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 Так. Ай, Саша! А что? Мне кажется, у меня воды отошли. Ой, у меня! Принеси воды еще. Что делать, мужик? Тихо, успокоились. Не паникуем. Все нормально. Я знаю, что надо делать. Так, значит, беги сейчас за коробками картонными и теплые коврики купи. Давай, быстро. Подожди, какие коробки? Большие, желательно, с подхолодильника такие. Саша, мы не кошки! Спокойно! Там без разницы, там процесс один. Егор, ты слышал, что у меня будет принимать роды человек, который принимал роды у кошки? Не просто человек, а опытный специалист. И мои услуги стоят $10000. Сколько? 10. Не нравится, можешь сам принимать роды. Да блин, ладно, что нести? Давай, коробок, побольше коробок. Тихо. Валерьянки возьми, валерьянки. Спокойно. Дизель-шоу. Эфира 5, 4, 3, 2, 1, эфир. Здравствуйте, дорогие зрители. Вы смотрите телеканал «Здоровье», в эфире программа «Полезная медицина». Сегодня у нас очень интересная тема. В связи с легализацией марихуаны в Канаде, Грузии и Израиле, сегодня впервые в прямом эфире мы обсудим легализацию марихуаны в Украине. В нашей студии эксперты, которые помогут нам разобраться в этой сложной теме. Давайте знакомиться. Егор Григорьевич из Министерства здравоохранения. Он выступает против легализации. Кто? Я? Вы? Нет. Ой, простите, за употребление марихуаны. Но? Исключительно в медицинских целях. Да.
И главный врач городского наркологического диспансера. Евгений Валерьевич, он как раз-таки выступает категорически против легализации. Это лишнее. Ну что ж, начнем с самого простого и, пожалуй, самого актуального вопроса. Влияет ли марихуана на мозг человека? Что вы скажете, Егор Григорьевич? Егор Григорьевич, вы меня слышите? Да. Прекрасно. Тогда я повторю вопрос. Влияет ли марихуана на мозг человека? Задавайте. Влияет ли курение марихуаны на мозг человека? Мой вопрос понятен? Да. Да, в смысле влияет? Да, в смысле понятен. Вот его как только задали, я его сразу понял. Это очень хороший вопрос. Спасибо вам за него. Ну что ж, тогда этот вопрос к вам, Евгений Валерьевич. Давайте. Влияет ли марихуана на мозг человека? Хороший вопрос. Прям мне он сразу понравился. Вот. Хорошо, давайте я спрошу по-другому. Вы ярый противник любых наркотиков, в том числе и марихуаны. Почему? Потому что... Может быть, мы дождемся сегодня более развернутый ответ? Может быть. Это лотерея. Но я считаю, что наркотики нельзя употреблять. Даже медицинские. Хорошо, ну а почему вы так считаете? Ну, потому что в нашей стране нельзя усугублять. Вы видели состояние экономики, дорог? И это у нас в стране только алкоголь разрешен. Ну, Евгений Валерьевич, извините, но речь идет исключительно о медицинской марихуане. Если разрешить эту шмаль, то больных будет 100%. А в нашей стране нельзя усугублять. Да что ты? Это икота за... Попейте водички, Евгений Валерьевич. Друзья, мы прервемся буквально на несколько минут. Не переключайтесь, впереди реклама, она пройдет быстро. Так, уважаемые гости, коллеги Евгений Валерьевич, Егор Григорьевич, что с вами? Все в порядке, просто я немного волнуюсь, да? Ну, тогда расслабьтесь. А что, можно, да? Нужно. Спасибо. Так, подождите, что вы делаете? Что вы делаете? Расслабляюсь. У нас телевидение, у нас прямой эфир. Уберите это сейчас же. Она медицинская. Кстати, спирт тоже медицинский. Будешь расслаблять? Так, спрячь все это сейчас же. У нас заканчивается реклама, у нас прямой эфир. Все, уберите. Все, убираем, все, убираем. Внимание, эфир. А мы напоминаем, что вы смотрите программу «Полезная медицина» на телеканале «Здоровье». И мы вновь пытаемся ответить на вопрос, влияет ли марихуана на мозг человека. Можно? Вы хотите ответить? Водички. Да. Угощайся, братан. Пожалуйста. Прислушала я. Ну, тогда этот вопрос опять к вам, Евгений Валерьевич.
А пожрать ничего нету? Нет, только витамины. Ах, хрен с ними, давай. Кстати, спонсор нашей программы – витамины здоровья Life. Витамины Life. Достаточно всего одной таблетки в день, чтобы чувствовать себя бодрым и жизнерадостным. Дерьмо какое! Так, пожалуй, Евгений Валерьевич, продолжим с вами. Да, я готов. По вашему мнению, медицинская марихуана – это хорошо или плохо? Однозначного ответа нет. Я для себя решил, что это плохо. Почему? Потому что один раз мне было плохо. С утра так жбан раскалывался. И вот эти вот наркоманы дали мне покурить. Легче не стало. Только пробила на ха-ха. А знаешь, каково оно ржать с больной головой? Так сказать, смех сквозь слезы. Праздник со слезами на глазах. Я так поняла, вы сторонник умеренного употребления алкоголя. Исключительно в медицинских целях. Это как? Зайка, ну смотри. Болит у тебя голова, да? Ты смело взяла, налила себе писюшечку. Рюмочку. Рюмочку. Сначала настоечки, потом бальзамчика, потом перцовочки. Выпила. И если, дай бог, не помогло, то тогда уже водочка, коньячок, пивасик. И так до полного выздоровления. Не останавливаемся. Я поняла. В нашу студию поступил первый звонок. Блядь, даже звонок поступил, а мой балбес не поступил. Прикинь, в этом году. Поступал вот, и как отец будет дебилом. Алло, блядь. Добрый день, мы вас слушаем. Это какой-то кошмар. Медицину развалили, лекарства дорожают, а они марихуану собрались продавать. Кошмар! Егор Григорьевич, что с вами? Все нормально. Просто, мне кажется, я слышу какую-то бабулю. Ну, правильно, мы разговариваем с ней по телефону. Да? А что разговариваете вы, а слышу я? Егор Григорьевич, вам такой вопрос. Не могли бы вы... Я здесь. Не могли бы вы коротко назвать аргументы в пользу легализации? А бабуля уже ушла? Да. Окей. Вам повторить? Не-не-не, мне уже хватит. Итак, аргументы в пользу легализации. Так, аргументы. Смотри, первое, налоги, да, в казну сразу потечет бабло. Во-вторых, это и так уже происходит, да. И в-третьих, это просто прикольно. Хочешь попробовать, да? Нет, спасибо. А вы что-то хотели добавить? Я хочу спросить, займи полтос до вторника. Трубы горят, ну, пожалуйста. Нет. Ну что ж, друзья, мы продолжим. Евгений Валерьевич, вы куда? Покурить. Сядьте. Сядьте, пожалуйста, у нас прямой эфир. Будьте добры. Прям здесь можно курить, да? Нет, здесь нельзя курить. Я покурю тогда и вернусь. Я сказала, сядьте! О, какая! Ну что ж, мы продолжаем. Егор Григорьевич, а вы куда? Пописать. Под стол? Ну, вы сами сказали, выходить нельзя, прямой эфир. Так, писать тоже нельзя. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Евгений Валерьевич.
Да-да. Господи, что сегодня происходит? Это первые признаки наркомании. Человек нервничает, с Богом разговаривает. Вы ненормальный? А вот не надо меня оскорблять. Господи, вы можете на других словах икать. Это что, конкурс какой-то? Я могу, жопа. Дайте нам, пожалуйста, звонок. Звонок в студию. Да-да. Добренький вечерок. Здорово, братан. Егор Григорьевич, это звонок в студию. Не-не, это мой кореш. Братан, ты где? У меня вопрос. Есть ли какие-то ограничения по употреблению? Ну, там побочные эффекты или передозировка там. У меня дракон на балконе. Кыш, падла, кыш, не трогай косяк, кыш. Братан, ты где берешь? Сорвался наш звонок, но мы продолжаем нашу программу. Нам пишут отзывы и вопросы в интернете. Вот, к примеру. Спасибо вам за вашу передачу. Пожалуйста. Смотрим всем классом. Было бы здорово, если бы вы подняли тему медицинского секса. Павлик, 11 лет. С этого все и начинается. У нас в наркодиспансере этих наркоманов капец. И половина из них – врачи. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что тема сегодняшней программы – легализация марихуаны. Нормально. Вы бы еще проституцию легализовали. Какую проституцию? Медицинскую. Я понимаю ваш сарказм. А это не сарказм. Это реальное предложение. Что вы такое говорите? Вас же никто не поддержит. Ладно, 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 поднимай, ну. Так. Слушай, поехали ко мне, а? Я же вижу, я тебе нравлюсь, ну. А, у нас последний звонок в нашу студию. Добрый день, говорите. Слышишь ты, урод! А, извините, кому конкретно вы хотели бы задать вопрос? Ну, к этому толстому! Может быть, есть какие-то особые приметы? Ну, которые с перегаром. Это вопрос к вам, Евгений Валерьевич. Да, я внимательно слушаю, задавайте. Ах ты ж, скотина такая! Я его 2 дня ищу, а он тут, в студии, прохлаждается. Викусь, ты что ли? Я что ли? Викусь, да я домой шел, меня просто баба это задержала. Я вас не задерживала. Тогда я пошел. Сядьте, пожалуйста, нам нужно закончить программу. Сядьте. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели нас до конца. Встретимся ровно через неделю. Тема нашей следующей программы – влияние сладкого на организм человека. О, что, сладкое будет? Давай прямо сейчас, что ждать целую неделю? А полусладкое будет? Давайте! Прошу у вас на теплі. Весняні. Веселі. Надихаючі. Березневі. Яскраві. Сімейні. Патріотичні концерти дизель-шоу на підтримку ЗСУ. 3 дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу країни. Зустрінемо ВСУ! Дизель-шоу. А вот у меня еще вот один вопрос. А, ну, в общем, вот. Вот смотрите, как будто я танцую цыганочку. А вот представьте сейчас, что я скачу на лошади верхом. Вот так вам нравится? Яна, ё-моё, так куплю я тебе твой 12-й айфон. Не надо прямо так на него зарабатывать, ё-моё. Иосиф Виссарионович, я вам перезвоню. Ты что, показывала сиськи какому-то Сталину?
Кому? Кому ты звонила? А, это была онлайн-консультация. А, вот так вот это называется, угу. Да? Онлайн-консультация. Раньше это была просто порнушка на веб-камеру, а сейчас это онлайн-консультация. Класс, класс. Ну я серьезно, это была онлайн-консультация у врача, у мамолога. Мамолога, да? А потом я увижу твои сиськи в каком-нибудь телеграм-канале «Сиськи на скорости», да? Егор, ну что ты такое говоришь? Ну, понимаешь, просто сейчас все больницы закрытые, вот, а врачи могут тебя по скайпу проконсультировать. А деньги ты этим врачам тоже на камеру показываешь, да? Нет, я им на карточку отправляю. Это хуже. А что, действительно, больницы прям все закрыты? Ну, работают только инфекционки. Но если у тебя проблема, то врач может тебя проконсультировать онлайн. Тут онлайн не получится. Тут такая проблема, что надо ехать. Коронавирус? Жопа напрягус. А что это такое? Геморрой по-старому. Это то же самое, что было у Танькиного мужа? Нет, у Танькиного мужа вот там вот действительно. Он кредит в долларах взял, а у меня просто задница болит. Зайчик, дай потёмаю. Яна, ты в своём уме, ну ты чего? Ну, пойми, что с геморроем тебе в больницу не примут. У тебя должны быть какие-нибудь симптомы коронавируса. Вот скажи, ты кашляешь? Слава богу, нет. Если бы я еще и кашлял, мне бы в два раза больнее было. А запахи, вкусы чувствуешь? Вот если я кашляну, то запах все почувствуют. Так откуда он у тебя? Да ну откуда я знаю? На карантине долго сидели, вот я и насидел. Слушай, ну смотри, я тебя сейчас запишу на онлайн-консультацию к врачу. К мамологу. А тетя еще с грудью проблема. А ну попрыгай так, как будто ты скачешь на лошадь. Яна, у меня нет проблем с грудью. У меня есть только одна проблема с моей подружкой. У тебя нет подружек. Я про свою задницу. Ах, господи, не знала, что вы дружите. Хорошо, сейчас вот я запишу тебя к проктологу, и ты ему все покажешь. Что покажешь? Я не собираюсь ничего показывать. Ой, Егор, я тебя умоляю, ну тут ничего нет постыдного. Вот я, например, уже два раза ходила на прием к гинекологу. Это вы вообще, женщины, можете себя всему интернету показать. А я не такой. Что? Что? Вот ты вспомни, как мы с тобой познакомились. Ты мне в интернете скинул свою голую фотку и... И ты влюбилась? И я поржала. Как поржала? Вообще-то... Там просто ракурс неудачный был. Я в следующий раз не буду со стороны живота фоткать. Ну, короче, неважно. Ты это, давай, собирайся, поехали в больницу. Да тебя без симптомов не примут. Примут. Если что, я им прямо в приемном покое, как кашляну. Господи, да не выдумывай. Да это ты не выдумывай. Ну о чем ты говоришь? Ну какой онлайн? Ну а если у меня, не дай бог, аппендицит, то мне что его, на камеру самому себе вырезать, что ли? Господи, ну какие ты глупости говоришь? Ну зачем тебе резать самому себя, если у тебя есть я? Я, да. Подожди, секундочку. А? Ты вообще себе представляешь, как проходит лечение геморроя? Ну, чисто теоретически, да. Но я же как-то курицу фаршировала. Это что это ты показываешь? Фаршировку курицы. Ты сейчас не курицу, то и индюшку показываешь, а то и корову. Ой, господи, Егор, ну вот Викуся мне рассказывала, что даже Саша пошел на онлайн-консультацию к урологу и ничего не стеснялся. Да ладно, Вика просто в комнату не вовремя зашла, вот Саня и отбрехался. К урологу он ходил. Хорошо, не хочешь звонить доктору? Давай свечку поставим, а? Ага, за упокой моей жопы. Да лечебную свечку. Я тебе сказал, я не индюшка. Я себя фаршировать не позволю. Все, звони доктору. Ну и как ты себе это представляешь? Как я ему буду звонить? Вот так? Как? Вот,
Вот так? Здравствуйте. Я тебе помогу. Не надо мне помогать. Что? Не хватало еще. Я понимаю, партнерские роды, но партнерское лечение геморроя – это уже слишком. Ты как хочешь, а я в больницу не поеду. Я боюсь заразиться. Ну, допустим, если я даже позвоню. А как он поймет, что я к нему на консультацию, а не просто показать свое отношение к медицине? Да просто не надо сразу все показывать. Для начала просто поздоровайся, скажи «здрасте». Я сейчас не смогу этим местом сказать «здрасте». Максимум «привет». Да ртом, ртом! На! Добрый день. Что вас беспокоит? Здрасте. До свидания. Ну, Егор! Я не могу. Ну, как ты себе представляешь? Ну, как я какому-то первому встречному, поперечному возьму и покажу свою задницу? Господи, да это его профессия. Ну, что профессия? А вдруг к нему какой-нибудь коллега зашел? Или еще хуже, у него день рождения? Ну, представь себе, куча друзей на большом экране, большими цифрами, 60 лет. И тут появляется на экране она и говорит «Привет». Да не будет там никого, на, все, слушай, звони. Я не буду звонить. Я могу ему рассказать, показать на пальце. Я могу рисунок нарисовать. О, я могу сделать селфи задницы. Ну, типа, она сама это сделает. Такое же бывает. И подпишем анонимус. Во-первых, это называется Я знаю, как это называется. А во-вторых, врач должен все вживую посмотреть. Ну, что он увидит вживую через эту маленькую камеру? Да я поставлю просто хорошее расширение видео. Не надо мне ничего расширять. Я хотела как лучше. Яна! Ну, так, давай забудем это все. Мне легче, мне уже ничего не болит, все хорошо, давай смотреть телевизор. Распеться решил что-то самое. Ну что, посмотрим телек, да? Да-да-да. Яна, блин! Ладно, ладно, я позвоню. Где мои праздничные трусы с жирафиками? А зачем тебе они? Я хочу произвести на доктора хорошее впечатление. Да доктору все равно в каких-то труселях. А мне не все равно. Господи, ты не так тщательно готовился к нашему первому сексу. На нашем первом сексе не было доктора. Я снимал это видео просто по приколу. Звони. Не подглядывай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. У меня тут, короче, проблемка. Понимаю, показывайте. Ага, сейчас. Ух ты! Ничего себе! Какой у вас глубокий кариес! Чего? Какой еще кариес? Яна, ты кому меня записала? И прости, пожалуйста, я, видимо, случайно кнопочки перепутала и записала к тебе к стоматологу. Ты куда? Я сейчас быстренько все переделаю. Блин, к стоматологу. Хорошо, что он меня сразу пломбировать не начал. Я сейчас я точно забежу к проктологу. На этот раз это будет точно проктолог? Потому что если это будет окулист, если он будет задавать свои дурацкие вопросы... А что это ресничек нет вокруг глаза? А почему зрачок расширенный? Срачок. А почему только один глаз? Вы что, циклоп? Егор, иди, все, я все сделала. Давай. Блин. Я что-то не понял. Я еще ничего не нажал, оно мне уже мою задницу показывает. Ой, прости, это я поставила на видеозапись. На запись? Ты чего, это записывала, что ли? Я случайно. Случайно? А мне потом оправдываться, как Дзюбе?
У каждого мужчины свои слабости, а у меня это хобби. Я люблю звонить докторам и показывать свою... Давай я выключу. Не надо, не прикасайся к нему. Иди, вон, смотри телевизор. Он заглянул вовнутрь, и перед ним открылась бездна. Глубокая бездна. Яна, переключи на новости, пожалуйста. Спасибо. Именно так сейчас выглядит тоннель метро на Троещину. Яна, можно какой-нибудь спортивный канал? Отличный проход, бросок, гол! И он приносит своей команде очко. Яна, выключи телевизор! Ну? О. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Чем могу помочь? А вы проктолог? Да, Олег Николаевич, проктолог. А вы точно проктолог, не окулист? Точно. А друзей там у вас рядом нет? Послушайте, я проктолог, у меня вообще друзей нет. Ну, хорошо. В общем, у меня, вот. Послушайте, вы слишком близко стоите. Не могли бы вы немножко назад отойти? Ага. Вот так нормально? Приветики. Давно не виделись. Очень интересно. Да, прям Netflix. Ну что, как там? Как там кверху? Послушайте, на самом деле вот ничего такого прям трагичного я не вижу, но все-таки вам придется сначала сдать анализ. Как, на компьютер? Нет, почему дома, и прислать. Фотку? Нет, вторую, и прислать нам в лабораторию. Как, через новую почту? Нет, лучше лично. Знаете, лучше приходите лично, и тогда я смогу поставить вам диагноз и назначить лечение. А по видео что, нельзя сказать? Скажу, у вас геморрой. Вот, я вам советую записаться ко мне на прием. Мое расписание есть на сайте, вот, поэтому, скажем, завтра на 15:00. Хотя, в принципе, вы все это могли узнать и без видео. Подождите, а что, так можно было? К вам можно при... Яна! Ты знала, да? А ты знала, что геморрой заразный? Не заразный. Еще какой заразный. Вот посмотришь, как только я тебе кредитные карточки заблокирую, наличку перестану давать, а на Новый год Дед Мороз тебя поздравит онлайн и покажет на камеру 12-й айфон. Все. Эдуард, ты куда? У меня важный звонок. Я буду звонить министру здравоохранения и покажу ему свое отношение к карантину. Ну, сейчас. Вітаю, Вікторія Сергіївна. Добрий день. Добрий день. Як тут наші справи? Ну, як? Путін Лукашенко покусав. Я не бачив. А це який телеграм-канал? А, ні, це у нас в 6-й палаті. А, цей Путін і тут всіх задовбав. Треба його приспати. Ага. А нашого? А нашого ще є надія вилікувати. Ви йому щось кололи? Ні, вони з'їли Наполеона і помирилися. Як? З'їли Петра Афанасійовича? А, ні, торт Наполеон. Ну, у Гітлера 7-ї палати день народження вчора був, тож вони сьогодні продовжили. Ну, ясно. У нас в дурдомі все стабільно. Так. Так, що там у нас за розкладом? А зараз привезуть оцих. Це яких? У нас же тут всі такі. Ну, отих, що ви казали, їх одразу треба вести до Рашки, а не до нас в дурдом. А, воєнкомів, прокурорів, попів РПЦ? Ні, фанатів російського контенту. А, цих придурків. Точно. Ви ще тоді сказали, що під час війни слухати музику агресора – це не хвороба, це довбоє... Тільки я згадав. Завозьте. Санітари!
Дякую. А що це в короні? Королі ж у нас в шостій палаті, там, де Путін і Лукашенко. Оце там, в шостій палаті, цю корону йому і дали. Щоб він там свій реп не читав. Бо він себе вважає королем репу. А, ясно, тяжкий випадок. Що таке? Хочете поговорити? Ну, давайте поспілкуємося. Добрий день. Як справи? Секундочку. Как дела? Как дела? Как дела? Это новый Кадиллак? Як себе почуваєте? Репу ще хочеться? Так. А в репу? Ай, за що? За реп? Хочеш російське читати, люби і в чоло відгрібати. Оє! Цю? А не сильно ви з ним? А як йому ще пояснити, що кожне прослуховування російської музики – це гроші в Росію на нові ракети. Ні-ні-ні, у цих придурків треба виробити рефлекси, як у собаки Павлова. Так музика, вона ж той, ну, вне політики. Ау! Бачиш оцей молоточок? Оце поза політикою. А погана музика вбиває. Ну, з ним все ясно. Клізму ставили? Так, але він її дістав і почав співати, як мікрофон. До чи після процедури? І до, і після. Може, ми йому щось інше дамо, окрім клізми? Ні-ні-ні, ставте клізму, доки з нього це лайно не вийде. І збільшуйте об'єм. А вночі теж будити і ставити? Ні-ні, можете не будити. Що таке? Це він якийсь буйний. Це, певно, ломка без російської музики. Ой, це я. Забула ранкову клізму дістати. Зараз це виправимо. Ні-ні-ні-ні. Хай зрозуміє життя, що воно непросте і нема вороття. Оє! Зрозумів? Чи український реп? Далі. Так, а це хто у нас тут? Новенький? Так. В караоке співав про військових. Ну так і що з того? Про військових – це ж зараз начебто тренд. Так, але він співав «Газманов офіцери». От сука. О, обережніше. Та що йому буде від молоточка? А ні, просто він до нас попав з травматології. А з трус мозку? Спочатку в караоке йому надавали військові. Ага. А потім вже в травматології там дізналися, що він співав, і вже додали. А, тобто два струси. Ага, ага. А де він працює? В СБУ. Упс. Не переживайте, його вже вигнали. Звільнили? Ні, просто дали копняка. І так дали, що досі болить. Сидіти для нього – це найстрашніше покарання. Будете з ним розмовляти? Ні, боюся кляп виймати, щоб він знову співати не почав. Далі? А це в нас хто, нагадайте? Тут повний букет. І російська музика, і Comedy Club, і ще ці російські новини. А, таксист. Доброго дня. А він як сюди попав? А, в багажнику. Пасажири привезли. А, це той, що любить їздить з відкритими вікнами і слухати шамана. Рефлекси нормальні. Поставте клізму. Мені здається, він хоче вам щось сказати. Досить, я вас благаю. Я вже у вас тут третій тиждень, і ви мені по три рази на день клізми ставите. Я все зрозумів, все. Шановний, міністерство прописало план лікування. Ми ні на крок не можемо відступити від інструкції. Але ж я все зрозумів. Тільки одного не зрозумів. А що поганого в цьому російському контенті, а? А гроші за проїзд ви теж в російських рублях берете? Та що ж я, ідіот. Ну, отут є сумніви, ви не все розумієте. У вас не все так однозначно. А як це?
Ну, добре, робіть, що хочете. Тільки клізми мені не ставте, будь ласка. А струмом вас ще не били? Ні, я не хочу. Ну, так і я не хочу. А ви кажете, робіть, що хочете. О. Підключіть до нього струм і вімкніть Баскова на повну. Хай разом повиють. Ой, мені здається, він щось хоче. Мабуть, йому Басков не подобається. Ну, можна і Кіркорова. А клізму йому теж ставити? Обов'язково. Планового лікування ніхто не відміняв. Скажіть, будь ласка, а якщо клізма не допоможе? Візьмете йоршик, тільки такий довгий, як Останкінська башня. І весь цей камеді, і чоловічий, і жіночий, аж до Соловйова чистити і чистити. А якщо і йоршик не допоможе? Візьмете вантус. Ми по-любому це російське гівно з них дістанемо. По-любому. Проходимо далі. Кого я бачу? Ігор Григорович, любитель шансону, вечір в хату. Йому теж клізму ставити? Ні-ні-ні, тут не по поняттях. Ігор Григорович, ану, вашу улюблену пісню. В плавних шорах і лігавая застила чутка. Да, далі. Ай да вистріл, тільки повезло опять не мені. Ну, да, далі. Вечереет, и над озером кружатся утки. Стоп! Класс! Утку. Сілу дубову. Так, він же у нас ходячий. А ви туди де клізму? Доктор, не надо утку. Давайте лучше лечить так лечить. Ні-ні-ні, тут або стрелять так стрелять, або клізму. Клізму. Тільки в вухо. Вухо? Вухо? Промиємо трохи мозок від цієї рашенської естради. До речі, сьогодні приходили його родичі, хочуть взяти на поруки, щоб відвести до церкви і поставити свічку. А ви скажіть, що ми самі йому свічку поставимо. А може й дві, правда? Ну, в нас же немає алтаря. А ми туди, де клізма, освятимо потьомки душі цього шансон'єра. Будь ласка, я більше не буду. Відпустіть мене. Я був п'яний. Це ви відпустіть. Відпустіть, що у вас там в головах за радянські часи поназбиралося. Хоча б на період війни. Нащо людей дратувати? Зараз і так всі на нервах. Поважайте тих, хто воює за вашу свободу. Пам'ятайте тих, хто вже відвоював і віддав своє життя за ваше. Ну що, хочете ще слухати російську музику? Ні. До речі, сьогодні прийшла нова партія. Ось такий формат. Медбрат Рощин. Рощин. Ой, мені здається, що вони щось хочуть вам сказати. Ну що, що? А я не буду більше так. І я не буду. Лікарю, я більше не буду слухати російську. Я теж не буду. Слухайте, лікарю, так може дамо їм шанс без цієї клізми? Дамо. Шанс? Та в них вже був шанс все обміркувати, коли ракети на нас летіли. Коли русня з усіх сторін наступала, коли шахеди пускали. Якщо вони і досі цього не зрозуміли, то лікування буде довгим. Так що давайте і клізму, і йоршик, і вантус по 4 рази на день. Санітари! Ні, будь ласка, ні! Будь ласка! Ні! Дизель-шоу. Не бойся, главное, этот врач посмотрит. Если будет кариес, то полечит. Да, родители сказали, это хорошая клиника. Бабушка, а ты будешь лечить зубы?
Я? Нет, если я в этой клинике зубы плечу, я месяц кушать не буду. И Барсик тоже голодать будет, да? Давай. Ну что такое? Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы к нам на прием? Да. Вы записывались? Нет, но у нас экстренный случай. Ага, я постараюсь найти для вас окошко. Окошко? Да. Не надо окошко. Он через окошко может избежать. В смысле, время свободное. А, это да. Слушай, Викуся, ну если нет времени, давай в другое время. Саша, какое другое время? Перенесем. Хватит! Не будем мы больше переносить. Ты 2 недели переносишь и переносишь. Он уже щека, как у бульдога. А ты, ой, ничего страшного, чесночок приложим, самогончиком зальем, пройдет. И что, помогло? Ушел в запой, гаденыш. Видишь, внучек, со зубами следить надо. Он, бабушка, не уследила, и все. Дед мои зубы, гадина, в трусковец забрал. Викуська, пошли домой, а? Ну, серьезно, сегодня такой день, ну что ты? Какой день, Саша, у тебя всегда? Вот такой вот день. Давай, как мужик, терпи. Вы знаете, он еще со школы боится зубы лечить. Ага. У него в школе заболел зуб и... И что, до сих пор терпит, что ли? Да нет, тот зуб в школе я ему портфелем выбила. Мы с ним так познакомились. Вы не волнуйтесь, у нас очень хорошая анестезия. Сделаем укольчик и ничего не почувствуете. Ой, зачем вы про уколы сказали? Он уколов еще больше боится. Ему как-то вкололи что-то не то, так у него потом попа была, как у макаки. Вика, ну зачем сейчас при людях это теребить? Так у нас колик не в попу. А второй раз ему вкололи в десну. Так у него лицо было, как попа у... Вика! Расскажите, как зуб повредился? Фисташка. Была нераскрытая. Да, я знаю это, я попросила тебя ее раскрыть. Ну, я предлагала молоточком, а ты ничего страшного, с зубами быстрее будет. Вот. Вы только не волнуйтесь, у нас работают профессионалы, вам обязательно помогут. Все, я пошел, Вика. Куда ты пошел? Ну, мне надо. Куда тебе надо, Саш? Ну, я не могу сейчас при людях сказать, куда мне надо. Ну, чего ты, и так понятно, что обделается сейчас тут. Не обделается, садись. Он в прошлый раз через вентиляцию выполз. Ничего, в этот раз не выползет, засранец. А вы поплакайте, так меньше хотеться будет. Меня бабушка учила. Слышь, малой, а ты в курсе, что ты малой, и тебя будут делать без анестезии? Саша! Ничего, ничего. Бабушка пошепчет, все пройдет. Пусти-пусти-пусти, чуть-чуть-чуть. Саш, ну перестань. Пошли. Давай, 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 пошли, 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 пошли. Давай, садись. Ай, Вася, нет! Ты, давай, давай, давай. Ну, Вуся! Давай! Я не хочу в этой дешевенькой поликлинике быть. Я хочу обратно в ту дорогую клинику, в которой я раньше обслуживалась. Нет, мы туда больше не пойдем. Потому что твой передний мост стоил мне столько же, сколько мой задний мост на Гелендваген. Да он вообще дороже, чем мост на Троещину стоил. Вот эти вот твои рэкеты. Рэкеты! Я все правильно сказал, это рэкеты. Как так может быть, что дороже, чем комплект зимней резины? Как ты можешь сравнивать зубы и комплект зимней резины? Согласен, некорректное сравнение. Без зимней резины жить нельзя, а без зубов можно. Давай, давай, иди садись. Слушай, ну я не могу, здесь одни нищеброды. Я тебе говорю, не нищеброды, а пенсионеры. Ты все время путаешь, садись. Тем более тебе тоже уже не 18 лет, я не готов тратить на тебя такие деньги. Извините, вы к нам на прием? Да, да, да. Нам вот это отбеливание, венеринг и шугаринг. Это все вам? Не, ей отбеливание и венеринг, а мне шугаринг. Да. Сколько это будет стоить? Подождите, не говорите. Сделайте мне сначала анестезию. В
Вы шутите? Анестезия – это очень серьезная процедура. Если ее сделать, полдня не сможете разговаривать. Полдня? Тогда сделайте ей две. Чтоб хотя бы на день хватило. Бабушка, а если я положу тот зуб, который мне вырвут, под подушку, то фея же принесет мне денежку? Ну, конечно, внучек. На меня даже не смотри. С тобой эта схема не работает. Девушка, можно прайсик посмотреть, что там у вас? Да, конечно. Да. Простите, молодой человек, а это с вами здесь и сделали? Нет, это у нас самолечение. Все, Викуська, пошли домой, а? Так, Саша, не пойдем мы домой. Дома он, соседи думают, что мы каждый день любовью занимаемся. Причем стонешь только ты. Мне кажется, мы единственная пара, которая не занимается любовью, потому что у мужа голова болит. Я занимаюсь. Янка, тут нормальные цены. Это ж доллары, не евро? Это в гривнах. В гривнах? Ха! Янка, мы тебе можем поставить вставную челюсть. Хочешь? Нет. Я хочу. Не-не, бабуля, у нас с ней другая система взаиморасчета. Вам она не подойдет. Что, мне подойдет? Мне не подойдет. Смотри. Ладно. Тут все есть. Смотри. Буся, Буся, тут брекеты такие дешевые. А я хочу, как подружки мои сделали. Вот сделали себе такие красивые, с бриллиантами. Вот Наташка сделала недавно брекеты с бриллиантами, и все, ходит счастливая, улыбается. Наташка дура твоя. Она не туда брекеты поставила. Ей на ноги надо было ставить, там больше проблем. Хорошо, давай тогда мне удалим зубы мудрости, а? Лицо будет уже, это, между прочим, сейчас очень модно. Яна, у тебя от мудрости остались только зубы. Пускай будут. Ё-моё. Так, ну все, мы вам все сделали, как договаривались, да? Здоровые зубы оставили, все остальные удалили. Улыбнитесь. Ой, красота, красота. Викуся! Лучше пускай будет один больной, тем вообще зубов не будет. Идет. Саша, ну успокойся. Приходите к нам, когда будут денежки. Ну, на морковку не налегайте. Маручка, что там у нас дальше? Так, значит, вот мальчик по записи, ага. Но есть еще экстренный случай. А, экстренный случай. Так что у вас? Это чеснок и самогон. А, не-не-не, мы натурпродуктом не берем, только деньгами. Нет, это самолечение. А, давайте тогда заходите. Давай, Саша, иди. Саша! Как ты делаешь, дядюшка? Саша, успокойся и... Да иду, иду уже! Все вы начинаете! Все вы начинаете! Иду я уже! Саша! Дала бы ему выпить для храбрости! Да если он сейчас для храбрости наберется, так проблемы с зубами будут у стоматолога. Здрасте! Слушайте! А у вас бывает такое, чтобы все от страха, наоборот, в кабинет дантиста ломились? Нет, обычно наоборот, все заходить боятся. Сейчас будет. На тусик заходи, ласточка. Бабушка, а тебе не страшно? Нет, внучек, мне после платежек за газ ничего не страшно. Понимаете, у вас там написано, с животными нельзя. Я думал, она на улице подождет. А она цепь перегрызла и... Вот. А это после карантина она такой стала? Нет, это мы после свадьбы себя так запустили немножко на Медовом. Господи, милок, как же в тебя угораздило жениться вот на этом? Понимаешь, бабуля, дареной дочке депутатов зубы не смотрят. Правильно говорится, дареному коню. Ну, можно ее и так назвать, конечно. Я такое видела только в ужастиках. А, в ужастиках? Я ужастики уже не смотрю. Не страшно мне. Так а что же вы раньше ничего не делали? Не замечал? Да,
закодировался недавно, увидел. Туман отошел. Ей плохо? Нет, у нее зубы мудрости режутся и выдавливают остальные. Ладно, давай тебе зубы мудрости уберем. Давай. Бабушка, она похожа на Годзиллу. Нет, внучек, эта девочка, видишь, в детстве плохо чистила зубы, и вот что получилось. Мне кажется, она в детстве обидела зубную фею. Не, мачки, она ее сожрала. Так, вы будете удалять или пломбировать? А, пломбировать, пожалуй. Нет у вас пломбы на все и лицо. Вика! Что, болит? Да нет, с этим все нормально. Нужны деньги и все на два зуба. Такой страшный кариес. Не, я кто-то рукой так махнул, и все. У доктора нет двух зубов. И, кстати, этот беззубый сказал, чтоб за ним больше не занимать. Отлично, зайка. Поехали в платную крутую клинику. Оплатить будет он. Да. Да ну, блин. Бабушка, мы идем домой? Нет, мы в очереди посидим, доктор оклемается и первые будем. Слышите вы? Она кровь почуяла. Валите, сейчас такое начнется. Ой, ой, много. Дизель шоу.